12 августа 2000 года, ровно 15 лет назад, в Баренцевом море произошла трагедия. Атомная подводная лодка «Курск» потерпела аварию. Все 118 членов экипажа погибли. Одним из них был Алексей Баланов, наш земляк. Молодой мичман. Он проходил службу на лодке в должности старшины команды трюмных дивизиона движения. Спасательные работы длились 9 дней, но оказались безуспешными. Алексей и все его сослуживцы были награждены орденами мужества посмертно. Сегодня героев-подводников вспоминали по всей России. В селе Анастасово, где жил Алексей, прошла поминальная церемония. Односельчане возложили цветы на его могилу.